Это мой подарок тебе к 35-летию. Толик жених, мужик, во, а то у тебя скоро срок годности выйдет. Давай вместе с тобой начнем жить. Котенка-то выбросить жалко, а тут муж. Если мне его кому-нибудь в хорошие руки пристроить, моя совесть была бы чиста. Ира. Кстати, Лида, тебе муж не нужен? Можешь прямо сейчас моего забирать. За клуб профессиональных неудачников. Наконец-то. Нам не от кого скрываться. Я этого так не оставлю. Вину признавать будем?